Всем привет. Продолжаем Dark Souls от первого лица. Ладно, это была шутка. Не очень удачная. Это в прошлый раз реально выглядело, как будто мы в Dark Souls играем. Под конец вспомнили кучу Звездных войн отсылок. Ну как вспомнили, нагенерили. Сегодня должен был быть день Стартрека. На самом деле нет. Но если ребята придут, может быть что-то и будет. Ну, вряд ли про Star Trek, но что-нибудь да и будет. Вот. Так. Мы убили... Ладно. Убили звучит жестоко. Хоть это и правда. Но разобрались с леди Димитреску и ее дочерьми. Теперь нам надо искать нашу дочь дальше. Искать ее надо хрен знает где. Поэтому мы идем хрен знает куда. Искать хрен знает что. Нам вот сюда. О, может, в винограде попадем? Или мы там были уже? Ну, короче, ладно. Надо крестик поставить. Кч-кч. Сколько их вообще здесь? Четверо, получается. Или Димитреску. Это что? Хрен знает что. Это мадам, это... Подожди, как ее зовут? Капец. Это какой-то мелкий ребеночек. Ну как, нет, не мелкий ребеночек, ладно. Какая-то зомбятина. Это этот Герхерместер, или как там его зовут. А это вроде еще да, кто-то там был. Ну ладно. Узнаем, узнаем. Так, туда ли я бегу? Ну, вроде туда ли. Вечно покоцанный, блин. Ну, тут сотка патронов откуда-то взялась. Чудом. Здесь я мало. Здесь я мало. Заставка-то пошла. Да не особо. Я нашел эти перья. First, you must use that key and collect all of your little roses flasks. Кайф. Where are the rest of them? There are four in total. Я догадался. You have the one, and the other lords have the rest. Угу. Lords? Да все же понятно, блин. Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the lady Да я всех встречал вообще-то. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker Donna Beneviento. А кукольница это кукла. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. Ну, вроде не такой большой, как замок, конечно. The third is Moreau. А вот что такое третье. That lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. Как-то не почувствовал пока. On the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Ого. Это они мне... Это он мне карту подарил? Откуда у меня вот это все отметилось тут теперь? Это я не собрал. Это коллекция маэстро. А, или это все называется? Ну, вино, колесо, оружие. То есть я вот это не собрал, это я могу собрать. Получается, да? Сокровища из дома у реки. Типа вот эту надо сходить взять. Фига ли, я тут это ставлю. Ни хрена подобно. А, этот дом закрыт. Это маэстро, все понял. Мы сюда пока не знаем, как попасть. Колодцы я все раздуплил. Ну ладно, нам тогда сюда надо идти. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map.
Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Ну, хочется верить. Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Обязательно. Да я прямо даже сейчас зайду посмотреть, изменилось ли у тебя там что-то или нет. Yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Так. Напишу, что ли, в телегу. Да блин. Да блин. Так, это убрать. И чё? И чё? Припасы? Что-то появилось? Ни хрена не появилось. А, у меня денег. А, у меня 17 тысяч так-то. А, это ящик я не могу купить, он мне не нужен. Это забейте. Цель он не издалека упрощает. Блин, вроде проблем пока нету. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and we'll do them for a small fee. Офигеть, вы придумали. Есть мясо, приготовим. Сермале де песте. Так, запеченная зеленью рыба. Необычная мясистая рыба, запеченная с травами в панировке. Съешь это сытное блюдо, чтобы стать еще здоровее. Плов с домашней птицей и мясом. Сытное блюдо из птицы и мяса, тушеных с рисом в бульоне. Этот плов настолько калорийный, что ваше тело станет еще крепче. Навсегда снижает урон при блокировке. Первый навсегда слегка повышает здоровье. Прикольно. Мититеи с тремя вкусами. Вкусные колбаски из курицы, рыбы и мяса. Роскошное и сытное блюдо местной кухни. Один кусочек, и вы вновь полны сил. Навсегда повышает здоровье. Тачатура де пуи. Пряное рагу из сочного мяса редкой птицы, обитающей только в этом краю. Говорят, оно повышает жизненный тонус. Навсегда значительно повышает здоровье. Сочное мясо дикой птицы нам необходимо. Ну и необходимо просто мясо еще, видимо. Чорба со свининой. Ароматная похлебка из высококачественного мяса животных, обитающих только в этом краю. Так богата белками, что превращает мужчину в ходячую крепость. Навсегда значительно снижает урон при блокировке. Окей. Блин, вот качественное мясо. Такое ощущение, как будто из того хрюнделя надо собрать, которого мы не могли никак... Не могли с ним, короче, ничего сделать. Роскошные капустные голубцы с начинкой из редкой рыбы, которая водится только в этом краю. Они такие воздушные, что ваше тело становится... Сармалы де песте. Что ваше тело становится почти невесомым. Но всегда ускоряет передвижение. Прикольно. Сделать я могу разве что вот это. Снижает урон при блокировке. Тут у нас не хватает. Тут понятно не хватает. Что такое осталось? Вот это что это? Что это? Выберите рецепт. Ничего будет, если я выберу рецепт. Количество 4. 3, 2, 1. Чё? А, я типа могу заложить это сюда. И оно приготовится, когда я дособеру ингредиенты, что ли, все? А у меня мясо внутри хранится? Ну, в смысле, вот здесь? Нет. А, да. Блин. А где просто мясо? Мясо птицы. Трон.
Рыба. У меня же еще просто мясо есть, где оно? Чуть не понял. А, yes. Да. Блин, ну и чё? Можешь сделать вот это, попробовать все-таки. I can hardly wait. Just excuse me a moment. А, ну одноразовая. Понял. Ну так-то логично, конечно. Apologies for the wait. Here's your share. Плов с домашней птицей и мясом. Получаем урон против блокировки, снижены навсегда. I wouldn't mind having that again. Окей. Пряный рагу, сочное мясо, редко птица. Рыба нужна в чёрбу со свининой. Либо сармала де песта. Ну, нет, по-хорошему вот эти две точно надо. Ну, это тоже было бы неплохо, но... Куда вот закинуть? Типа вот это вероятность собрать выше. Потому что мне здесь теперь осталась только одна рыба и два мяса. Как бы вот это оно кайфовей. Ну ладно, ладно, хрен с ним, давайте сюда положим. Don't let up yet. Достать я отсюда уже не могу, понятное дело. Куда еще мясо птиц можно сюда закинуть? Mm-hmm. Все, мне больше ничего не осталось, да? Да. It's sure to be a good meal. Блин, могло бы и подхилить, да? Нет? А, вот тут было что-то, не понял. Так, чё нам сюда? Вроде бы. Фига тут заросли. Привет. Да, первый. Опачки. Надеюсь, это как куколки. Ну да, ладно. Это нездоровое местечко все-таки. Хотя где здесь здоровые места? И все места нездоровые. Так. А, я думал, мы к винограднику куда-то попадем. Ну ладно. Блин, может их сбить можно? Нет. Выглядело странно, конечно. И чё? Здесь ничего нету, никакого секрета? Какого лута? Ладно. Возможно, сюда надо будет убегать. Клетки там, а там есть... А, ты имеешь в виду в целом клетки? Клетку я одну встречал. Просто тут вроде клеток нету. Блин. А? О! Фига. Чё-то кусты заросли так быстро. Прикол. Ну ладно. Какие-то живорастущие кусты. Или быстро растущие. Опачки. Это я удачно гляну. Зачем столько мостов?
Вообще этот мост ведет в скалу. Так, не лучше не смотреть. Опа. Опа. Мия, привет. Ты какими судьбами? Итан, come with me. There's something I have to tell you. Ты не всех козлов собрал? Я стопудня где-то кучу пропустил. А, кстати, а есть статистика по козлам? Прикол. Это печально. Кто бы подумал, но он там так заметно стоял в итоге. Да блин, я с радостью, я тут просто расчетвертили. Какие-то шизоиды. Дофига ли? Это все Крис. Ну это да. Ну тут приходится, да, осматривать все подряд. На всякий случай. Вдруг что-то для чего-то. Бенивенто. Если была эта фамилия где-то уже Бенивенто. Что я запомнил произношение. Am I losing it? Да, давно. Кажется, еще с это... С той семейки чокнутой. Стоп. Отдай свои воспоминания. А, понял. Можно забрать обратно-то, нет? Ну ладно. Он так просто фотографию дал. Капец. Получается, Мия не соврала. И правда он ее бросил. Музыки не хватает что-то в лифте. Еще и свет плохо работает. Я играю. Пойдем со мной, Итан. Я играл, получается, в четвертую, пятую, седьмую и во вторую ремейк. Вот. Ого. Ни хрена водопадик-то. Огромный спойлер к чему? К этой части? Или спойлер к предыдущим частям? Дом Бенивенто. Да? Окей. Ну, у меня пока ничего не прозвенело. Или что именно? Что вот эта вся... Все, что с Мией происходило, вот это спойлер. И из-за этого у них и дочка странная.
что? Попочки. Блин, чисто по звуку услышал, что что-то скрипит. Окей, окей. Не, все нормально, да. Хорошо. Что-то он там странно ходил как-то. Ну ладно. Добрый вечер. Я пришел за колбой. Блин, уютный домик. Блин, меня все время вот эта желтая веревка триггерит. Кажется, что с ней взаимодействовать можно. Из-за того, что со всеми этими желтыми объектами можно взаимодействовать. Могли бы сделать каким-то другим ее цветом. На. Это прочная ваза. Это у них с растениями проблемы. Чем они их заводили, если не ухаживают? Дома-то есть кто? Алло. Печка просто топ. Она восклицает. Покормите меня. Блин, даже трещинки на стенах. Кайф. Опа. Ладно. О. И чё это? Чё, надо запомнить просто это растение? Чё изучить-то здесь? Даже почитать не даёт. Ладно. Пока оставим. Но можно запомнить, что желтое растение какое-то особенное. Ну, блин. Скучный дом. Еще лифт, что ли? Капец, а куда тут еще ехать? Вниз, что ли? Да блин. А я что-то фойе не собрал. Ну-ка. Ну, хочется в это верить. Чё? Да, все-таки внизу. Чё я внизу не собрал? Или это опять что-нибудь на будущее? Ого. А, это вот эта чувиха кукловод. Блин, ничего такая. Обидно, конечно, что она тоже того. Почему оно выделено красным-то? Тут ничего нету. Либо опять где-нибудь под столом завалилось что-нибудь. Либо потом откроется. Реально.
Походу, правда, ничего нет. Что за дело? Блин, прикольно было, если бы кресло закачалось. О, кстати, точно кристаллик. Блин, а я что-то не подумал про него. Сейчас проверим, кстати. Но это все равно деньги. Все равно деньги. Ну-ка. Ну, да, изгодно. Я уже понял, что что-то пока ничего. Мне просто не нравится, что оно горит тут. Красный. Что-то не бросается в глаза. Либо прям на входе. Вот эти. С ним ничего не случается. А, стоп. Дойти может? Нет? Блин. А, тут еще. Сейчас все тарелки им перестреляю тут. Ладно, хрен с ним пока. Я думаю, мы сюда еще вернемся. Да блин, некоторые вещи прям супер незаметные. Ходил, искал на чердаке в замке Димитреску лут. А он оказался где-то в коробке валялся, его просто не видно было. Ну, проверим. Проверим, если туда еще раз вернемся. Но часто так и бывает в таких играх, как будто бы. Электрощиток. Типа все время обращаешь внимание на разные вещи. Мне бывает с фильмами такое. Несколько раз смотришь фильм, и там с каждым просмотром что-то новое замечаешь, прикольное. Ну, не со всеми, конечно, фильмами это работает, но бывает. Алкалоиды горных растений. Не-а. Пока еще нет. Я только недавно начал играть в Souls-like игры. Ну, точнее, как, я Bloodborne прошел... Без DLC на четвертой плойке изначально. Кое-как. Вообще не представляю, что из себя представляет этот Souls-like игры. Потом вот в этом году, по-моему, или в том, первый DS прошел. Ну, получается, в этом уже второй. А в Elden, ну, буду потом играть, когда уже третий пройду. И, может быть, Секиро. Ну вот на тот момент я даже вообще не думал об этом. Я просто играл в игру. Но мне понравилось. Она и в целом стилистика классная, приятненькая такая. Готическая. Ну, после второго было бы неплохо. От второго у меня слишком жопа сгорела. По итогу. DLC я не допрошел, потому что она меня выбесила. Не, вот и у меня проблема в том, что я не умею.
What? Опачки. Wait, where's my gun? То я не спорю. Здравствуйте. Блин, какая большая кукла. Изучить руку. Отделить руку. О, ну задержка атаки — это неприятная фигня, конечно. Понимаю. Блин, чувак, верни руку, я не запомню. Чё там? Три точки. Ну. Но эта кукла круче Итана, потому что у нее 10 пальцев на руках. Ха-ха-ха. Чё он? А, блин, я думал, он хочет оторвать эти пальцы. Капец, зачем я это делаю? Зачем он это делает? Чем мы с ним это делаем? Лицо покрытое кровью. Отлично. Блин, глаза еще изучать. Еще тут изучать. Да я понимаю, что пойму. Ну просто... Типа изначально логика тоже какая-то должна быть. Ой, лежит кукла. Давай-ка поковыряю ее. Че бы нет. Головоломки — это я люблю, это прикольно. Так, стоп. С этой стороны надо смотреть. Подвинуть глаз. А. Ворон... Ворон, короче. Ворон Иллюминати, судя по всему. А во втором глазу? Чё? Во втором глазу ничего. Что? Бинты слишком прочные, их надо чем-то разрезать. Так у тебя нож есть. Алло. Чё у него во рту еще раз было? Блин. Чё? Во рту что-то лежит, но без... А, понял. Без инструмента не достать. Хорошо. То есть нам надо чем-то разрезать бинты и пинцет какой-нибудь или что-нибудь типа того. А еще и ноги можно поковырять. Капец. Че он пальцем так ведет? Опачки. А, да, а, точно, пистолет. Все, понял. Понял. Да, он уже сказал, что где мой пистолет. Ладно, вопрос снимается. Хорошо. Оправдан. А, это типа, это как escape room получается. Чем-то напоминает escape room. А, заводной ключ. Ну, понятно. Это не сюда надо. Блин, если это escape room, то тут надо... Ну не, escape room — это типа концепция в целом, не только игровая, но и в реальной жизни. Когда тебя запирают в комнате, тебе надо искать всякие предметы, чтобы разгадывать загадки и в итоге выйти из комнаты. Типа вот такая штуковина. Ага. А так, блин, у меня одного нету. Ворон. Вот такой был. Блин. Не обязательно хоррор. Но в том числе. Вот такая. Короче, нужен еще один диск.
Вот это реально похоже вот как раз на такую штуковину. Ну да, в том числе хоррор. Просто в реальной жизни, когда их делают, они... Ну хотя тоже бывают и хоррор, и обычные. Часто, ну, в реальной жизни там как бы на время просто ты делаешь. Никто не даст тебе там вечно сидеть. Так, и чё? Где-то что-то еще есть? Нет. Такое. В столе нифига нет. У меня и карты нету. А, нет, и карты есть. Да блин. А вот я не уверен. Да что такое? Кукла. Я не уверен. Вот руку я смотрел. А, тут еще можно дальше ее доизучить. Понял. Ее прям настолько разобрать можно. Опа. А, кстати... Ладно, сейчас. Кстати, фильм «Пила», если ты смотрел, то ну, это тоже в некоторой степени escape room. Только очень жесткий escape room. Да, конечно, конечно. Если прям совсем печально, то можно. Если это не сходи, сделай вот это, то, конечно, всегда приветствуется. Заперто с другой стороны. Окей. Так. Это норм, это норм. Опа, прикольный мешочек. Ну это да. О, кайф, по-моему. Теперь у нас чистое кольцо. Какой-то фиговиной там, надо смотреть. Да блин. Типа камень драгоценный. Оп, 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 оп. Да. Да блин. Да как тебе? 05-29-11. В смысле, вот во всей, да? Включая вот эту комнату там и прочее. А, прям так. Ну, оно как-то здесь в целом странно. То подсвечивает, то как-то замедленно подсвечивает. С чем можно повзаимодействовать. Так, надо, судя по всему, вернуться к кукле. Посмотреть, что там еще есть. Что в шкафу ничего нет? Ну да. А, все, понял, типа. Угу.
Ой, не туда. Не туда, не туда, не туда. Типа... Почему с глазом все еще можно взаимодействовать? Зачем? А. Ну так-то да. Так, руку я смотрел. Нет, на ней пока больше ничего нету. Заводной ключ куда-то запихать надо. Надо куда-то код ввести. Ага. А, так вот сюда код надо ввести. Чё это я? Было 05. 29, 11 или 11, 29? 29, 11. Да, я не в ту сторону стал крутить. Ну ладно. Оп. Оу. Фига. Миленькая вазочка. Угу. Дверь приветствует нас. Фига, что-то какая-то территория-то большая. Для поиска. То есть шкафами придется пользоваться? Он даже дышит, как в власти. Капец. О. Why is this here? А это твоя? О. Не работает, с ней что-то не так. Ну, окей. А, все, я понял. Я допер. Блин, хорошо, когда в квесты играешь, потом допираешь. Да, я уже понял, что здесь... Да, блин. По царапинкам надо соединить, короче, и норм. Так, вот это вроде правильно, судя по всему. Тут что-то по-другому. Типа так. Нет. А, да. Тут тоже царапинка идет. Все, понял. Оп. Все. Теперь норм. Ну это да, легкая. Ну то опять же надо обратить внимание на эти царапинки. Ей! Теперь можно достать бумажку изо рта. Ну, либо что там есть. А Silent Hill ты играл? Там же тоже... Мне кажется, Silent Hill по загадкам более задротный. Я всегда с детства играл в квесты, так мне загадки прям супер нравятся. Неплохо, неплохо. Ну да. Мне кажется, если первый там играть, местами прям жесть.
Хотя второй сложнее по загадкам. Там еще, если включить этот режим сложности, на загадки кончены, то вообще умом тронуться можно. А? А. Блин, куда я пришел? Я запутался. Кабинет. Так, тут что-то не собрали. Понимаю. 7-8 лет это да. Ну-ка. Ну а оторви ковер. Такое было удивление, что это не так. Наша счастливая семья. Лучший друг Розы во всем мире. Ей очень нравится эта сказка. Самое важное для нас на этом свете. Подарок на свадьбу от бабушки. Доказательство вечной любви Итана ко мне. Класс. Тут вечер фильмов будет. А, так тут... Так, сюда, походу, рано еще. Да. Да. Оп. Оп. Подожди, а она до этого кверх ногами, что ли, висела? Что-то я не обратил внимания. Крипово. Тут столько же рук было сверху, или? Как будто их больше стало. О, стоп. Я еще и на фотку могу посмотреть. А. Подожди, это Мия, что ли? Это похоже на Мию. А, тогда это фотка из дома, что ли? Жесть. Капец. Пленка. Подожди, не все, еще же надо вот разрезать бинты. Еще бинты надо срезать. Блин, опять глюки. А, окей, ладно, хорошо. А чё так жутко стало? Как-то не по себе. Я что-то не обратил внимания, что здесь уже пленки есть. Так, еще раз. Лучший друг Розы. Сказка. Что-то важное. Подарок на свадьбу. Доказательство вечной любви. Ну, наверное, вот это лучший друг. Доказательство. Ты можешь сюда? Так, вот сказка. А, не, доказательство, наверное, Роза. Это подарок от бабушки. Лучший друг. Сказка.
А, наоборот, блин. Самое важное для нас это Роза. Ну. А, все. Запустить. Это что, звонок, что ли? 7 дней. Опа. Думаю, что да. Ну, у 7-й части они вроде короткие были. А, так вот ножницы. Уже ножницы. Ну их же там не миллион, да, там 1-2 вроде DLC. А, чтобы не спойлерить, окей. Про доктора кто смотрел? А отсылку какую имеешь в виду? В DLC? Или... Или про что? Алло? А, окей. Ладно, прикольно. Надо будет последить. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to. I had to do it. Да, ладно, не надо тогда. Но я смотрел до... Блин, я по номерам не помню. Короче, вот этот, который был старый доктор. Ну, в возрасте уже. Перед доктором девушкой. Вот где-то в середине этого сезона я досмотрел только. Если там в целом к вселенной отсылка, то, наверное, я догадаюсь. Тогда. Ну, вряд ли там, да, конкретной серии. Оп. А, окей, тогда ладно, тогда хорошо. Так, хорошо. Похоже, в это углубление можно вставить предмет. А, ребенка надо туда вставить. И на всякий случай шкафы открываю, чтобы в них прятаться, если вдруг потребуется. А, так это... А, мы сюда вернулись. Все, понял. А, к серии все-таки. А к серии с каким доктором? Я, получается, смотрел, забыл первого, как зовут Эклстон, вроде бы, второй был этот Теннант и Мэтт Смит. Вот эти я 3 полностью смотрел. Медный медальон. Блин, мало информации.
Видимо, третью наугад я буду пихать. А, он не крутится, что это я. Ну, вероятно, значит, я его смотрел. Потому что там те уже совсем свежие. Опа. А вот и звонок. Блин, это реально как будто отсылка к звонку. Капец. Название как будто знакомое, но так не припоминаю. Ключ от электрощитка. Опа. С такими же волосами кукла. Ну конечно. А, блин, я думал, закрыли меня. Ого. Почти не крипово. А, понял. Что-то такое припоминается, да. А, все, вспомнил. Все, я вспомнил. Да. Помню такую серию. Да. Что-то такое. Да, конечно, все наладится. Все будет хорошо. Да все наладится, все наладится. Я уверен, все наладится. Может и нет. Может и не наладится. Не то чтобы я видел что-то. Но я не уверен, что я хочу это видеть. Так, не сюда. Я же могу здесь выйти. То есть хорошо, что я ее не видел, да? Теперь открыто. В смысле, электричества нет? А. О, блин. Я думал, это будет так просто. Так, оно бежит сюда. Оно тут или там? Блин, мне интересно стало. Одновременно и стрёмно, и интересно. Дреть ничего не видно, пипец. Ну, кстати, Сому Амнезии тоже не играл. Привет, Андрей. А, ага, ну да, понял концепт. Опа. Нет, вот это нет. Блин, не трогай меня только, пожалуйста. Хорошо? Лежи. Лежи там. Дверь, закройся. Ладно. Ну, было нормально.
А, ну окей. Значит, еще увидимся. Ну, лучше поздно, лучше поздно. О, фига, костюмчик. Типа болгарский напоминает, что-то такое. Лучше поздно. А, я позже, Итан. Нам под кровать пока не надо. Подожди. В смысле странный? В каком плане странный? Что сейчас странный? Предохранитель. А зачем ты отсюда ты его взял? В смысле он еще? Да, это все еще он. Просто это более это адвенчурная часть. Вот. Более хорроровая, кстати, еще. Блин, что-то. Может, под кровать? Можно сковородку хотя бы возьму, я не знаю. Какое-то средство самообороны. Полотенчик обязательно надо всегда. Всегда надо брать с собой полотенчик. Всегда надо брать с собой полотенчик. Ёшкин крот. Да блин. Ты не хочешь развернуться, блин, чтобы видеть, что там происходит. Надеюсь, он меня сейчас за ноги не вытащит оттуда, из-под кровати. Хотя, может, хорошо, что мы не видим. Не надо. Привет. Не плачь, пожалуйста. Все будет хорошо. Все наладится. Все наладится. Не переживай. Да вставай! Да вставай! Да блин! О, неприятно что-то составляет грязи. Не хочу я быть соской. Это я куда? Не туда. Ну ладно, насрать. Очень весело смеется. Старый, ты имеешь в виду этот от третьего лица, который. После, а девятый уже планируется тоже от первого лица. Стоп. Дергай что-нибудь, нажми что-нибудь. Жми что-нибудь. Да жми что. А! Тут что закрыто-то? Привет. Ёшкин рот. Гу! Что за мерзость? Давай жми. Поехали, поехали, поехали. Поехали. Да все хорошо, малыш. Все наладится. Все наладится. А я, блин, кнопку не мог найти. Точнее, кнопка что-то не нажималась. Я поэтому побежал, потому что что-то паника была с кнопкой. Да в смысле там еще кто-то смеется? Блин, а вот... А думаешь, вообще бот 10-й резик? Может, и не положит его на полочку?
просто фиг знает. Уже как-то десятый звучит. Блин, десятый. Как будто бы дофига игр уже в серии. Просто интересно, типа, резик вот уже 9 штук было, это Silent Hill закончился, по сути, ну, блин, я бы сказал на четвертом. Ну, короче, странно, странно. Не, это понятно, да, я знаю, что там всякие есть. Revelation, целая куча. Еще всяких от этих спин-оффов. Да, там даже лор есть у них, нифига. Блин, это прикольно, кстати. Да не трясись ты. Блин, вообще криповый кусочек, прям пипец. То есть в замке Димитреску было не так стрёмно. А? Что? Да я нашёл! Можно хотя бы сколько-то пальцев оставить? Откуда у нее кровь? Я думаю, это пухло. Окей. Оп. Кто-то оставляет следы за собой. А, блин, я по кругу уже бегу. Оп. Так, не то. А, вот она. Слышь? О. Что-то рассвет начинается. Что-то недалеко ушла. А, это паразит, типа. В ней типа паразит. Жесть. Жесть. Просто жесть. О, блин. It's over. А как так получилось? Mia. We'll make things right. Я вообще в какой-то момент, до того, как ты написал про время, я думал, что... Когда они сильнее трясутся, типа ты ближе находишься к кукле. Да блин. Да что такое? Изучить. Объединено четырехлистным ключом. А. Так, ладно. Ура! Колба с ногами звучит прекрасно. Энджи. Блин, прикольно. Но мне как-то и не хотелось долго на это оставаться в одной комнате. О, все вернули. О, пропало. Перестало быть красным, значит ничего здесь не было. Да? Блин. Прикол. Ну, возможно, к счастью, я это не увидел.
Ну, это прикольная миссия. Она ресурсы не тратит никакие, и, типа, кайф. Ну и прям воспринимается жутковато.